Привет, друзья! Вы на канале «Готовим с Мариной Ломака», и я рада вас приветствовать. Сегодня по просьбе моих подписчиков мы будем мариновать арбуз. Давайте приготовим. Арбуз получается вкусный, стоит попробовать. Арбуз нарезаем порционными кусочками, так чтобы размер коры был в пределах 2-2,5 сантиметра. Тогда он будет и просаливаться быстрее, и так удобнее будет кушать. Нарезаем на порционные кусочки. Укроп я не нарезаю, нарезаю только чеснок и горький перец колечками. Теперь нужно все прослоить. Укроп, чеснок, горький перец, сверху кусочки арбуза. Из расчета на 1 литр воды я беру столовую ложку соли, ну а сахар можно регулировать самим по сладости арбуза. Если арбуз хороший, спелый и очень сладкий, 1 столовой ложки сахара будет достаточно. Если арбуз не сладкий, 3-4 ложки будет нормально. Воду я брала холодную для рассола, заливаем арбуз, сверху наливаем уксус 2 столовые ложки 9%, доливаем рассолом и закрываем крышку. Отправляем в холодильник на 3-4 дня. Прошло 3 дня, арбуз готов. Так можно сделать арбуз на зиму, но хранить его нужно будет только в холодильнике. Готовите вы? Буду рада, если вам понравится. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Вам не сложно? Мне приятно. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!